Лицеи Казанского федерального университета поздравили своих учеников со сдачей основного государственного экзамена и вручили аттестаты об основном общем образовании. В лицее имени Лобачевского проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский выступил с приветственным словом и вручил аттестаты отличникам. Ученики рассказали о преимуществах обучения в лицее при университете. Здесь в лицее очень сильно поддерживают олимпиадное движение и вообще научное развитие. И очень помогает возможность посетить сам университет, узнать, пообщаться с преподавателями и узнать больше. Окончить лицей с красным аттестатом – дело не из легких. Ученик IT-лицея КФУ поделился, как добиться такого результата. Получение красного аттестата – это большой труд, это и мой труд, это и труд учителей. Я хочу сказать огромное спасибо нашему преподавательскому составу, потому что без них не получилось бы вот того, что я сейчас держу в руке. Нужно очень много трудиться, нужно много узнавать нового, помимо школьной программы, и нужно усердно готовиться к экзаменам. А мы желаем выпускникам успешно продолжить обучение в 10 классе, а в будущем и в Казанском федеральном университете. Артем Тупичкин, Алина Шарапова, Ленардо Валетяров, Владимир Нелюбин, Универньюз.